стоит на чем. Значит, надо сделать так, чтобы они стимулировали вкус и способствовали более, так сказать, интенсивному потреблению. Поэтому туда добавляют газ, потому что туда добавляют сладость, которые стимулируют вкус. Я не хочу, чтобы из меня делали какую-то такую дурочку, которая там пьет, потому что вот ей хочется, а вот хочется, потому что что-то подмешали. Ну, как-то мне не нравится, когда меня обманывают. Вот что происходит с организмом, когда человек выпивает газированную напитку. Через 10 минут происходит всасывание сахара, который в избытке содержится в шипучке. Минут в крови подскакивает инсулин. Печень превращает весь сахар в жир. Через 40 минут увеличивается кровяное давление. Блокируются аденозиновые рецепторы. Через 45 минут организм увеличивает производство гормона дофамина, стимулирующего центр удовольствия мозга. Спустя час после приема газировки фосфор...